Материнство – истинное предназначение каждой женщины, так задумано природой. Но жизнь носит свои коррективы, современной маме хочется быть независимой в финансовом плане. Поэтому так важна поддержка близких и родных людей в стремлении работать и воспитывать ребенка одновременно. Как-то привыкаешь, тем более их два, один постарше, другой помладше. У каждого свои желания, потребности, каждый тянет на свою. Но у меня есть хорошая поддержка. Это моя вторая половинка, которая мне всегда помогает. Бытует мнение, что дети работающих женщин адаптируются к новым ситуациям быстрее, чем дети тех, кто полностью посвятил себя дому. Основная причина, как это ни парадоксально, дефицит времени, проведенного с ребенком. Ведь когда его мало, цена каждой минуты возрастает, и оно используется с большей пользой. Но плюсы есть и тогда, когда мама всегда рядом. Ребенок находится под присмотром и защитой постоянно. В любую минуту может получить помощь или поддержку. Такие существуют так называемые рекомендации женщинам, которые остались все-таки с детьми дома, это, во-первых, не сидеть все время дома, потому что подписывает женщина себе приговор 24 часа в сутки сидеть дома, но в то же время ей необходимо хотя бы минимум раз в неделю посещать и куда-то выезжать, оставлять детей на бабушек, на родственников, либо просить подружек. Также принимать помощь мужа. Ну, вообще-то у меня воспитание как бы главное, потому что у меня не один ребеночек, у меня трое. И вот поэтому они вот, как бы я стараюсь больше внимания всем, как бы так, первым, вторым, потому что старшая в школу, в садик, вот, ребенок, и вот мы как-то все дружно так совмещаемся. Причин для выхода на работу может быть множество. Это и финансовые проблемы, и желание самореализоваться, и амбиции профессионального плана. К тому же для женщины очень важно выходить в свет, иначе она может оградиться от окружающих, а это провоцирует плохое настроение и может привести к депрессии, которая, безусловно, отразится и на ребенке. Зачастую такая схема, как была еще в пятницу на работе, в субботу родила, а в понедельник уже вышла в строю. То есть такая схема очень популярна среди карьеристок женщин. И зачастую женщина стремится к самореализации в социуме, и ей... Но если она принимает решение, и мы знаем о том, что как бы, ну, очень часто женщины эти руководящие посты занимают в фирмах, крупных компаниях. И вот эта вот социальная активность, она приносит свои коррективы в семейную жизнь и вносит свои правила. Материнство – это важный и ответственный шаг, потому что ребенок – это постоянный труд, требующий большой самоотдачи, но и огромная радость, важнее, ценнее которой нет и не может быть. У меня на первом месте сынок. И он самое важное. Я хочу добыть все 3 года положенных, а потом уже выйти. Потому что мне кажется, что мама должна уделять внимание первые годы, первые месяцы. Это самое важное. Мама для ребенка, поэтому мы должны все свое время посвящать ему. Кристина Купрякова, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.